В первую очередь, разрешите поблагодарить правительство Республики Бурятия, лично главу Республики Бурятия за совместную, продолжительную, эффективную работу, настроенную на результат. Я очень рад, что поработал в команде главы Республики Бурятия Алексея Самойловича Цыденова последний практически год. Многому научился, огромный опыт. Но вместе с тем вот принял решение обдуманное, решение идти дальше и двигаться в других направлениях. Я думаю, что и мой возраст, и мой опыт, накопленный за последние 9 лет работы в правительстве, позволяет мне реализовывать себя дальше. Поэтому искренне благодарю и людей, которые со мной тесно и достаточно плотно работали, и общественные организации, и средства массовой информации, которые действительно дали мне огромный такой опыт. И я знаю, что еще многое предстоит сделать, много чего было начато за этот период нового, и мы видим реальное уже движение, реальная реализация планов. Поэтому большое спасибо и надеюсь также в дальнейшем работать эффективно и плодотворно совместно с вами. Расскажите о дальнейших планах, как бы, не секрет, может, останетесь здесь или покинете Бурятию? Думаю, что все-таки пригожусь здесь, в республике. Надеюсь, что буду уже работать, может, немножко на другой задаче, но в целом все равно буду вносить вклад в развитие экономики нашего региона.